Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования и энергетики» начала свою работу в Казанском университете. Данное мероприятие посвящено году экологии в Российской Федерации и включает в себя правовые вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в стране. Участники затронули различные межотраслевые аспекты обеспечения экологической безопасности на территории России. Определение понятия экологическая безопасность нормативно закреплена во многих правовых актах федерального и регионального уровня. Между тем, обеспечение экологической безопасности осуществляется не только посредством регулирования промышленного производства и иной экономической деятельности, оказывающей влияние на состояние защищенности природной среды. Указанные основы определяют стратегическую цель и основные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также механизмы их реализации. Тем более, что предпосылки для этого действительно серьезны. В настоящее время такие предпосылки создаются при определении правовых режимов использования природных объектов, земельных участков, водных объектов, их охранных зон, участков лесного фонда, а также охранных зон объектов промышленного назначения. Работа конференции длилась не несколько часов, а весь день. Более того, в рамки программы конференции вошла обзорная экскурсия по Казани и Раисской части Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Работа конференции пройдет до 9 декабря включительно. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.